всех приветствую. Продолжение Фалькенштайн, крепость в Германии, Заксен-Анхальт. К сожалению, у меня фотографий получилось гораздо больше, чем видео, так как во многих местах съемки запрещены, но вы же понимаете, что фотографии делать намного проще, чем видео. Поэтому получилось так, как получилось. Просмотрев материал, тут, в общем, керамические трубы, торчащие из стен. У меня подозрение, что это не все сливы, а многие из них, скорее всего, являются отдушинами в те места как раз, куда нет доступа. К сожалению, как всегда, много закрытых дверей, куда нет доступа. И мое мнение, это все умышленно скрывается, чтобы у людей не возникали лишние вопросы. Представляете, увидели ту стену, вопросы, как там, в 11 веке это делали, а тут еще можно что-то увидеть, опять возникнут вопросы. Люди же тоже не полные идиоты, когда видят что-то как-то изготовленное и не понимают, как это изготовлено, то, естественно, начинают спрашивать. А если нету ответов, то кто-то начнет сам копать, и, возможно, кто-то и докопается, поэтому... В общем, всем приятного просмотра. Пока. Больницы. Так. С моим 186. Тут нереально даже к ней. В общем, я где-то как раз получается, ну, на уровне вот этой больницы. Голова у меня, макушка на уровне. Ну здесь вот она мне по грудь. Фигня какая-то. Просто пародия. Ладно. Забрался на самый верх, вернее, не на самый верх, тут обзорная площадка, есть еще выше. Нашли мы еще один вход, ничего пока интересного сверхъестественно не вижу, все вроде бы нормально, входов пока не вижу никаких закрытых. Ну вот уже чуть-чуть как бы поближе к той башне. Ничего пока интересного. В смысле сверхъестественного. Окно заложенное. Помешало кому-то. Thank you.
внутрь. Непонятно, чем оно тут вовнутрь. Он, похоже, вход вниз. Это уже интересней. Это уже интереснее. Сейчас сходим туда. Потом на эту башню. И здесь еще небольшая башенка с этой стороны. Сейчас пройдемся. Вот она, дверь открытая. Пошел я вниз. О, блин, дверь-то низкая. Я куда-то спустился. Неужели? Двери очень низкие. Прямой пойду головой ударюсь. Что-то вроде. Типа камина, что ли? Непонятно, что тут было вообще. Пытался смотреть, бревна какие-то торчат. Окно заложено на этом. Сколько я увидел. Тут что-то было, куда-то шло. Вон навес огромный висит. Странненький. Странненький как-то. Ох ты. Опасно. Что-то опять закрыто. Ступеньки из кирпичей. Тут что за конура? Да. Пола нету, просто на скалах. Выдолблено. Что вот там было? Понятно. Окно, щель осталось, еще просвечивает. Потолок такой арочно заостренный. Там заостренный, здесь круглый. Вообще непонятно, что за комната. Наверное, каких-то бандитов сюда садили. Типа подземелья.
вот ступеньки, иду на выход уже. Везде кирпичные. Там внизу были кирпичные. Тут ступеньки кирпичные. Странно, в каменном замке кирпичные стенки. Пойдем дальше. Так, друг куда-то уже зашел. Я немножко отстаю. О, цепочка. Похода нету. Там вижу, леса стоят. Мини-окошечко. О, блин. Двери низкие, так их норовят меня по голове ударить. Так, ступеньки бетонные, сверху новое дерево. Ну, обновили, понятно, нормально. Опять низкие двери. Ровно пойду ударюсь. Пригибаться надо везде. Пеньки. Кирпич. Это же винный подвал. И что? Ну, по крайней мере, написано. Ну. Здесь вот есть такая штука. Что там за штука интересная? Опять как там, но там тот дымоход, балку видно. Здесь что? Что там видишь? Ничего не видно, кроме как дымохода. Ну-ка загляну. Опа-на! Вообще ничего не видно, там камнями все завалено. Ничего там нету. И причем новодел явно. Бетон светлый везде по всей трубе. Если бы здесь топили, все бы тут в копоти было. Ладно, маленький такой подвальчик засняли. Пойдем дальше.
Так, шагаем на башню. Вроде как бы. Ходили кругами. В музее, как всегда, съемка запрещена. Ни видео, ни фото. Ну, короче, вроде им рекламу делаешь, а они, блин, тебе запрещают. Хрень какая-то. Что, дальше куда нет? Я же тебе говорил. Это вход надо спросить. Ты убежал. Будем сейчас обратно искать. А что они сюда ходили-то, я не понял. Тут покурить? Такая маленькая дверца. Затолкнул уже. Закрыть? Конечно. Юра, надо спрашивать чаще. Пошли обратно. Сюда, наверное, садили провинившуюся в яму эту. Вот эта яма, еще разок. В общем, идем мы в башню, продвигаемся потихоньку, кое-как нашли вход. Снимать нельзя, как всегда. Нарезаем тут. Оттуда я пришел, сюда зашел, тут пол непонятно. Ай, ладно, уже даже говорить ничего не хочу, вообще ничего не много переделал, но там видно была раньше лестница, здесь уже новая лестница. Пошел дальше. Так, лучше выключу пока или нет еще. Вот здесь еще. Якобы непонятно. Типа колокольня, что ли? Ну, колокольчик висит. Продвигаемся.